Меня зовут Василий. Я инспектор. Моя обязанность – охранять природу и наблюдать за ней. Это нелегкая, но зато интересная и увлекательная работа. Я могу часами бродить по тайге и каждый раз открывать для себя что-то новое. Природа всегда непредсказуема и часто преподносит внезапные встречи. Мое рабочее место находится в самом безлюдном уголке России, на плато Хуторана. Каждый год, с марта по ноябрь, я покидаю город и растворяюсь среди скального мира Столовых гор. Здесь я с нетерпением встречаю долгожданную весну, провожу чудесное лето, наслаждаюсь сказочной осенью и окунаюсь в полярную зиму. Скажу сразу, романтикой и большими деньгами тут не пахнет. Жизнь в тайге – это постоянный труд и ежедневная борьба за выживание. Здесь нет места лени, слабости и отдыху. Стоит только на миг расслабиться, тут же жди неприятностей. Обычно я работаю не один. Со мной всегда ездит кто-либо из сотрудников заповедника. Одному трудиться в здешних местах небезопасно. Ближайший поселок, где есть люди, расположен в 200 километрах по прямой. Дорог сюда нет. И случись что-либо, то быстрой помощи не дождешься. Единственное наше преимущество в этом суровом мире – это мой опыт, знания и уютный кордон хуторанского заповедника с красивым названием «Северный Аян».